сегодня будет очень хороший такой секрет, о котором я вам расскажу. И обязательно поставьте лайк, если вам это понравится, а вам обязательно должно понравиться, потому что результаты хорошие. Нам нужен матч, в котором есть дополнительные ставки на игроков. Видимо, это Лига Европы, Анхель Ди Мария и Куадрадо. То есть оба игрока с Ювентуса. А Ювентус, видим, аутсайдер даже в этом матче. По этому показателю, то, что выставили именно двух игроков Ювентуса, и будем смотреть на их гол. Потому что БК думает, все-таки большинство голов будет забито от Ювентуса. Хотя они даже аутсайдеры. Например, почему букмекерская контора выставила именно двух игроков Ювентуса, а не одного игрока в Севилье, а другого Ювентуса, или два игрока Севилье? Потому что эти два игрока из Ювентуса имеют больше шансов забить, чем игроки в нападении у Севильи. Это очень хороший сигнал для того, чтобы Ювентус забил. И я думаю, он забьет. Коэффициент хороший, 1.60. Можно даже подождать больше коэффициент. Посмотрим, как завершится эта игра. Ну что же, вот матч и закончился. И посмотрите, Ювентус забивает во втором тайме. Коэффициент доходил до двойки, я видел, дальше не смотрел. По итогу зашел в конце игры и увидел то, что они забили. Такая вот стратегия, я уверен, то, что вы нигде подобную стратегию не видели. И на нашем канале еще много авторских наших стратегий, которых вы не видели у других капперов, так сказать. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк, чтобы не пропускать уникальный коммент, хотел сказать. Уникальный контент. И оставляйте свои комментарии. Это поможет нам продвижению наших видео.